Здравствуйте, меня зовут Елена Шаройкина. Я директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности. Наша ассоциация существует уже 10 лет. И все 10 лет мы реализуем проект «Общественный контроль продуктового рынка». В его ходе мы проверяем продукты по всему спектру биологической безопасности. Вообще-то, год назад мы уже встречались на планете Ру. У нас был успешный проект по проверке безопасности 10 брендов докторской колбасы. И именно тогда очень многие нам стали писать, что колбаса – это спорный продукт, и он не совсем полезен, и это не так важно. Намного важнее проверить детское питание. И самое главное – проверить детское питание для грудничков, заменитель грудного детского молока. Данные специалистов показывают, что около 30% детей в возрасте 2-3 месяцев уже подкармливаются искусственными смесями. А уже к полугоду каждый второй ребенок переходит на искусственное вскармливание. Мы уверены, что этот проект вызовет горячую поддержку многих молодых родителей, многих дедушек и бабушек и вообще всех тех, кто хотел бы, чтобы в России росли здоровые и счастливые дети. Каждый, кто поддержит наш проект, получит официальный отчет, а также мы приготовили для вас интересные и полезные бонусы. Обращаюсь к вам с просьбой, с предложением поддержать наш проект и принять в нем участие. Поддержите наш проект. Узнаем правду вместе!